Что, есть? Ну где-то там же-то он должен быть. Ну, Игорь. Убери, убери. Сейчас я чуть прибор затуплю чуть-чуть, потому что сильно больше сигнал. Угу. Вот здесь вот где-то. Как раз, смотри, по центру катушки. Стукает, да, что-то? Да, это кость. Кость. Это позвоночник. О, звук металл. Точно металл, да? Жетон. Жетон, да? Половинка? Да. Чё-то целый. Чё, половинка, да? Алюминиевый, да? Да. А ну, Игорь, ману. Аккуратно изыми. Покажи, что там. Насколько это будет видно на видео? Да, видно плохо, но... Если его помыть? А ну, прочитай, что-то есть там? Как что-то там вижу, БТЛ, что-то чешено. 3/BAU BTL 95. БАУ, это, наверное, инженерный, строительный. Рабочий. Рабочий, да, строительный рабочий. Да, угу, ну, положи к бойцу назад. Или колхозник это БАУЭР, потому что БАУЭР так какой-то. Рабочий. Ну все, а боец подожди, есть, будем следующий. Молочу, Игорюк, а ну, убери жетон. Убери жетон, убери сейчас. Там-то, наверное, пуговицы Олег насигнал. Вот, все. Пуговицы, он же в кителе. Ну да, китель есть. Карман. А, это, Игорь, это твое. Угу. Все. Ну все, на сегодня все. Закругляемся, завтра будем зачищать бойца. Все, сегодня заканчиваем работу. Ложи жетон на место к нему. Завтра зачистим. Пакуем. Сегодня найдено 3 бойца вермахта. Вот 4 бойца вермахта размародеренных. Это 5-й. Нетронутый. Не подвергся, да, работе черных археологов. Проработали сколько. Выкопано 2 траншеи по 25 метров.